Традиционный Троицкий православный фестиваль проводится у подножья Царева Кургана 16-й год подряд. Его цель – единение людей на основе главных и традиционных ценностей. День Святой Троицы считают днем рождения церкви, а потому атмосфера на фестивале всегда праздничная. Собравшихся приветствует митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Вера – она очень важный фактор, который проводит те струны, в которых человек определяет свое бытие, чувство отношения к другим людям, строит мировоззрение, то есть строит отношения с другими людьми и живет вот теми измерениями и достоинствами, которые Бог полагает на его сердце. Вот тогда сохраняется и семья, славится Отечество и приумножается государство. Тогда становится и сильной Россия, святой и славной и непобедимой. С праздником! Вакцина от этой болезни – это наша историческая вера. Это опыт святых отцов. Это та правда Божия, которую мы ищем. Это мероприятие называют духовным, культурным и просветительским. Впервые в его рамках прошел православный молодежный слет «Отечество наследники». Работало более 10 площадок, где каждый мог найти себе занятие по душе. Кто-то писал пейзажи, кто-то лепил необычные скульптуры. Здесь выплавляют древнерусскую бижутерию. Такие мероприятия сейчас очень много студентов. Они привлекают именно к святому, к чему-то, к церкви. Надеюсь, что молитва будет услышана. Люди узнают новое, все равно обогащаются, потому что рассказывают что-то. Есть какие-то здесь разные станции, где можно об этом узнать. Даже выступления митрополитов тоже очень много они рассказывают. Интересно, поэтому люди приходят, которые даже не знают, допустим, маленьких детей родители приводят, и дети тоже узнают. К услугам православных атлетов площадка для армрестлинга, для любителей оружия тренинг по его сбору и разбору. Гостей угощали гречневой кашей. До самого вечера на главной фестивальной сцене выступали лучшие коллективы губернии. Вы помолитесь за Россию.